Здравствуйте, мои дорогие подписчики, с вами Эпик Ниванга, и мы продолжаем проходить Tomb Raider. Ну что ж, это будет немножечко не на позитиве, это будет опять я в настройках. Не обращайте внимания, каждая серия начинается с настроек, немного странно, да? Но в этом ничего смену нет. Так, я не помню, на чем мы закончили, но давайте, наверное, с охранки. Нет. Я не помню, где я сохранялся точно. Ну ладно. Просто вот недавно вышла игра такая, я думаю, вы ее все знаете. Five Nights at Freddy's. О, господи, какая часть? Третья, да. Ну вот, поскольку я очень боюсь проходить хорроры, я их прохожу на Ютубе. Вы знаете, как это. Тем не менее, я очень впечатлительный и просто... Я до усрачки просто теперь неделю не буду отходить от теории, которые там люди предлагали там... От самой игры, то есть, на самом деле, мне вообще сейчас так стрёмно, поэтому не обращайте внимания на мое немного зашуганное, возможно, состояние. И я забыл, как тут играть. То есть, я вообще забыл управление, прошло такое время среднее отчасти. Ну, ладно, сейчас глянем, что у нас в лагере. Ну, в принципе, нам ничего улучшать не надо. Так, сейчас я быренько гляну. Нам, кстати, автомат достался. Ледоруб. Сейчас, может, его можно улучшить. Сейчас я думаю, что, ледоруб? Да. Да нет, у нас все нормально вроде бы. Совершенно. Хотя автоматик бы можно было улучшить, но... Глянем, что у нас тут есть вообще. Так, значит, что это? Магазин. Так, ну, не особо приклад. Приклад... Дульный тормоз. Там еще что-то, но я думаю, пока обождем. Так, навыков у нас нету. Ну ладно. Так, ну что ж. Куда нам надо? Честно говоря, не знаю. Наверное. Так вот, еще если вдруг. Я аптечку бил. Так вот, еще я. Буду проходить ну, довольно старую игру, но тем не менее. О, господи. Нет, сейчас. Так, лево-право опять. Да что ж это такое, как я. Так, F, да. Опять этот момент. Слава богу, не забыл нажать F, а то сейчас бы было. Черт, сколько их тут? Ой. Не обращать внимания. Так, Ларка может у нас присесть? Вроде нет. Так же, как и... Нет, прыгать она может, кстати. Так, ну так вот, я еще буду проходить этого... Сталкера. Зов Припяти. Только немножечко... Парень. Только немножечко необычно, он будет с модификацией автокап. Я, как ни странно, заметил, что... Некоторые люди не знают, как установить этот довольно простенький мод. В принципе, я тоже какое-то время не знал, но это решилось минут за 5-10. Поэтому, тем не менее, я сниму прохождение с этим модом. Ну, и там маленьким графическим модом, он особо ни о чем. Хотя я, разумеется, все скину в описании, будет в рубрике «А как?». О, господи. Я вам... Как их много. Господи, так, это молотов. Видали, он прыгнул в воздухе и вообще. Ладно. Вроде в голову, не в голову. Так, ну я так полагаю, мы можем сюда запрыгнуть. Вообще какая-то довольно странная локация, на мой взгляд. Вы слышите? Я слышу, как будто кто-то стреляет. А! Вот он. Она рвет. Да, вас тёлка рвет. Он в голову даже попал. Ну ладно, нам... Нам сейчас вообще не о сталкере надо думать.
Ребят, если... Не знаю, вот я реально впечатлительный, я не могу играть в хорроры, я реально их боюсь. Поэтому я под большим впечатлением от Five Nights at Freddy, вообще от всей серии. Это ужас просто, я даже забываю тут смотреть всякую фигню. Какие-то солдатские личные жетоны. Иероглифы мне не знакомы. Может, времен Второй мировой? Ну, так как тебе ничего не знакомо, это не удивительно. Такие жетоны еще старые видно, да? Так, ну тут вроде ничего особенного. Да и по нам вроде никто не палит, слава богу. Хотя, смотрите моментов. Так, ладно, продолжаем. Тут у нас трупаки. Ничего необычного. Такая, знаете, серия Tomb Raider, ну, такая, больше для современных школьничков, так сказать. Чтобы легче было проходить. И, конечно, я прохожу на нормале, я, ну, вообще не любитель таких игр, я там больше по симуляторам. Тот же War Thunder, не знаю, что. Например, то есть, шутеры. Есть. Много чего есть. О, господи, как они падают смешно. Давай. Может, и ты прыгнешь? О, давай, давай. Так, ну проходим на таком немного позитивном духе. Стрелок. Я как получил какое-то достижение. Сколько у нас там патрончиков? А патрончиков у нас достаточно. Что мы тут увидим? Ну, тут много чего валяется на самом деле. О, вот сейчас что-то. Ты кто? С дороги, она моя. Так, соберись. Ты справишься. Так, ребят, тут по-любому должны быть взрывоопасные бочки. Нет. Стоп, ну, окошечко пробивается, я не пойму. Как его убить, ребят? Я здесь не вижу никаких взрывоопасных бочек. Его нельзя убить. Воу. Нет, стоп. Контратаковать, да, вот смотрите, написано контратака. Так, я не понял сейчас. Я вроде уходил. Сейчас надо место получше выбрать. Так. Сейчас. И шут, да? Так, сейчас мы его раздамажили. О, вот убил. Ну, слава богу, здесь хотя бы реалистично они умирают. Так, ну, автомат надо поберечь все-таки. Тут у нас снарядов нет. Можем модифицировать оружие. Тут нам щедро разбросали кучу боеприпасов, так как мы с этим петушком боролись. Так, да тут у нас много чего есть. Вообще-то да. Так, ну вот, полутали мы теперь и идем дальше. Ищем негодующих парнишек. Ну, я сейчас, наверное, думаю, что не буду особо искать какие-то вещи, предметы. Я сейчас буду максимально невнимательным, ребят. Это я вам 100% говорю. Я так понимаю, нам надо наверх. Так.
слушал огонь. Сюда тоже можно попасть. Ну-ка, навалимся. Либо нам сюда надо, либо не надо. О, еще один ящичек. Глянем, что у нас здесь. Значок, который выдавали снайперу второго класса в армии императорской Японии. Иероглифы Канзи. Чье-то имя? Иероглифы Канзи? Такой жетончик. Да, забавно. Забавно. Какой у нас вид открывается. Ну, это, наверное, больше как такое секретное немножечко место. Ничего необычного. Так, а нам надо выше. Тут что-нибудь есть? Кроме бочонка с огнем? Нет. Так, мышки бегают. Мы как бы всех убили. Ну, это как бы лагерь, да? Давайте-ка приляжем. И мы получили навык. Давайте посмотрим, на что его можно, в принципе, потратить. Так. Ох, я сейчас максимально невнимательный. Реально. Вот боец, интересная вещь. Камни и землю. Ну, честно, я даже не знаю, что тут. Охотник. Дальше звук натянут. Я не знаю, я просто потрачу на эту вещь. Так, ладно, двигаемся дальше. Куда нам надо? А, кстати, когда мы включаем вот такое зрение, мы видим, куда нам надо. Собственно. Я так понимаю, сюда прыгать не слишком разумно, да? А, трос! А. Ну, все же проще, ребят. Ну, Ларк. Так, Shift. Да. Ладно, вперед. Да ладно. Сейчас все упадет. Давай, шифтуй. Давай наверх. Сейчас чуть упадет, да? Начнет ломаться, трястись, как обычно. О! Так, готовимся нажать какой-нибудь Shift F пробел. Хотя нет, ничего необычного. Хотя, может, еще выше есть. Да, вроде нет. А, нет, есть. Да. Землетрясение. Ой, птички. Так. Прямо Эверест какой-то. Интересно, какая тут высота, потому что воздух, все дела там разряженные, не разряженные, я уже отключен от школьной программы и физики. Ну, четко вот тут нужно будет прыгнуть, я прям уверен. Нет, она нет. На века все делали. Вопрос, как нам будет назад спускаться, там трос будет какой-нибудь. Ну, вполне возможно. Да нет, вроде не видно. Билет в один конец. Сейчас эта маленькая штучка грохнется или лесенка обвалится. Так, ну что смотришь? Включай давай. Алекс? Эта башня должна усиливать сигнал передатчика. О, вот зря она туда положила, я уверен. Теперь найди аварийный радиоканал и добейся четкого сигнала на своей рации. Потом передавай. Эй, мы здесь все держим за тебя кулаки. Спасибо. Так, нажмите в левый край, чтобы поймать сигнал.
будто еле слышно, я не понимаю. Может, здесь что-то есть тоже? Сейчас. Где-то там было. Так. Мэйдэй, Мэйдэй, Мэйдэй! Это Лара Крофт с Endurance. Нас выбросила на остров в треугольнике дракона. Нам нужна помощь и медикаменты. Пожалуйста, ответьте. Ну же, давай, давай. Мэйдэй, 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 это Лара Крофт с Endurance. На связи борт N-117A. Мы начали поиски, как только получили сигнал бедствия, уже не надеялись. Вы тоже? Мы примерно знаем, где вы, но нужен визуальный сигнал. Я что-нибудь придумаю. Курс на вас, конец связи. Лара Крофт, ты моя героиня! Эй, даже Рейс улыбнулась, представляешь? Нужен сигнал. Чтобы такое поджечь. Но я справлюсь. Такс. Я так понимаю, нам уже сюда лезть нет еще? Ну да. Так. Могу поспорить, нас внизу уже ожидают. Все виды братишек. Так, я ничего не пропустил. Вроде нет. Смотрите, как какие-то цистерны. Прям ужас какой-то. Кларка, не поясничай. Топливные баки. Вот и я о том же. Сейчас сломается или что-нибудь бомбанет. Так. Это нужно как-то поджечь. Ну, типа пулей вроде как можно. Но что-то, значит, рисковать не хочется. Смотри, даже физика у лужицы есть. То есть, типа, тут мокро. Или тут... Да нет, тут не видим мокро. То есть, смотрите. Так, ну... Понятно, это защищено. Не, а если я догадался, я дурак. То есть она помечена, ну, мне казалось, пулей возможно поджечь. Ой. Нет, от него следов не остается. Стрёмненький трупак зомбоида какого-то. Не удивлюсь, если здесь еще есть какой-то режим зомби. Кстати, я думаю, это кое-что другое. То есть ты хочешь там встать, поджечь это рядом и сама бомбанешь? А. Огниво? О. Теперь... Это мне и нужно. Теперь огонь всегда с нами, ребят. А, теперь мы тупо можем в любом месте взять и зажигать факел. Вот, смотрите. Хоп. Сейчас, как его убрать? Так. А, shift. Четко, да, ребят? Ну, может, ты его кинешь как-то, я не знаю. Обычно это кидать надо. Так, что, куда бежать? Ох, ёп. Я думал, взрыв посильнее будет. Сюда! Падаем, да? Молния. Ну так и знал.
как обычно. Воу, куда? Лево, право? Я ничего не знаю. О, господи. Нас пытаются убить Вигги. Кажется, это было зря. И сейчас это... Куда? Вау! Фу, вот это уже было, да, эпично. Так, ну очень хочется найти этот кусок самолета и... На помощь! О! Пилот, мне нужно к нему. Нет, братишка, живи! Как на трапеции? На какой еще трапеции? Не удивлюсь, если здесь обвалится. Так, тихо, текстура. Я ничего не вижу, откровенно говоря. Воу! Да вы издеваетесь! Так, куда теперь? Давайте вперед, наверное. А, тут еще сверху. Воу-воу-воу-воу-воу. Давай. Да что ж тут все из дерева-то? Я не знаю, куда прыгать. А, вот там флаг! Кажется, из-за того, что я полез вверх, это меня спасло. Тут, надеюсь, ничего не обвалится. Нет! Лара, прием! Я тебя за это отомщу. Урод! Нет, братишка! Братишка, нет! Нет! Ну за что? Ну блин! Нам так был нужен пилот! Блин, бро помер. Ненавижу. Теперь я буду мстить. Это 100%. Нет, бро. Я реально расстроен. Давайте, уроды, подходите. Вот как вы здесь оказались? Я вас найду. Так, очередной лагерь. Ничего не понимаю. Над головой абсолютно чистое ясное небо, и вдруг налетает буря и сбивает самолет. Это невозможно. Ты знаешь, что такое невозможно, Лара? Но этому должно быть объяснение. Всему всегда есть свое объяснение. Звучит, то есть вместо этого, там какого-то слова, если бы поставить... А, невозможно, это безумие там, это... Это безумие, да. Ты знаешь, что такое безумие? Лара, что случилось? Буря возникла просто ниоткуда. Тучи просто окружили самолет. Лара, послушай, я видел катастрофу. Значит, ты где-то рядом. Возвращайся ко мне. Да. Уже иду. Да. О. Я не прощу этим бородатым ублюдкам то, что они сделали. Чужой! Все сюда! Поймал прицел! Попал!
чертова ловушка. Веревка. Напоминает Шенбяо. Я не понял, что делать. Я хотел в них выстрелить. Нет ничего лучше старого доброго пистолета. Да, дерзкие парни вообще. Это мой путь наверх. Все, обмотанный. Кажется, я понял, зачем нам вот эти штуковины. Ну, вопрос. Кстати. Что бы еще такого сломать? Нет. Я же не упаду. Так. Что ж ты падаешь? Хоп, чига-гоп. Так. Вон налево. Он живой или трупак упал? Я вот не понял сейчас. Так, что мы тут найдем? Припасики. Но это не столь важно. Так, ну все-таки старый добрый пистолет. Один, но пистолет. Вот не автомат. Всегда можно с собой захватить пистолет. Тихо. Да вроде бы здесь нет никого. Хорошее место, чтобы зацепиться. Вы здесь перешли мост. А я не успел прочитать, отлично. А. Логично. Так, я нажал shift, чтобы быстрее ползти, ну. Ладно. Так, что-то фрезы пошли. Не для этого ли нам эти штуки? Кажется, это по сюжету. Эти штуки отдельно делаются. Я не понимаю, ребят, вообще ничего совершенно. О, спасибо. Сама зажгла. Вот баба сделала первое. Вот. Спасибо ей. Ой. А, кстати, я же могу. Ты кто? А, это Рот, Рот, братишка. Рот следорубу. Я рада, что ты на ногах. Я тоже, девочка. Не понимаю, все было в порядке, и вдруг налетела буря. Просто ниоткуда. Ты ни в чем не виновата. Это я их вызвала, Рот. Эй, мы найдем другой способ. Эй, Мэйдэй, Мэйдэй, говорит второй пилот самолета М-177А, Джессоп. Прием, прием, вы меня слышите? Я сильно пострадал при приземлении, мне срочно нужна помощь. Капитан Джессоп, вы меня слышите? Я подал дымовой сигнал, ответьте. Черт, он меня не слышит. Нужно идти к нему. Нет. Вон его сигнал. У нас своих забот хватает. Мы должны собраться, когда найдется Сэмми. Я не могу бросить его одного. Я должна идти к нему. Иногда нужно чем-то пожертвовать, Лара. Ты не можешь спасти всех. Я прекрасно знаю, что такое жертва. Нет. Что такое потеря? Ты знаешь, жертва — это твой выбор. Потеря — это выбор за тебя. Я не могу выбрать для него смерть, Конрад. В принципе, я больше согласен с Ларой. О, кстати, лагерь.
Так, вот у нас навык. Ну, ребят, я думаю, мы спасем пилота в следующей серии, так как серия получилась не особо фановой, и вам, думаю, этого моего поноса и блевоты будет достаточно. Так что всем спасибо, кто меня смотрел. Ставьте лайки, подписывайтесь, разумеется, комментируйте видео и оставляйте ваши предложения, чтобы проходить дальше. Надеюсь, вам понравилось, и всем пока.